В Одессе на улице Ицхака Рабина уже несколько дней лежит поваленное дерево. Частично оно сгнило, другая часть дерева высохла. Фактически работники городских служб ни разу не появились в проблемном месте. Бездеятельность горзелентреста может привести к пожару сухостоя на этой улице. Местные жители самостоятельно расчистили тротуар. Ветки сложили у небольшого забора, хотя их обязан был вывести горзелентрест. Сколько людей не звонили в городскую службу, каких-либо действий со стороны коммунального предприятия не последовало. В течение нескольких недель ветки высохли настолько, что обыкновенный незатушенный окурок легко спровоцирует пожар. Однако для городских служб это не причина для работы. Хоть раз городские службы здесь появлялись? Ну, не видела, каждый день здесь прохожу. Должна быть экзотика какая-то. Ну, понимаете, если будет все хорошо, как-то даже аж неприятно, мы уже так привыкли, что у нас все плохо.